Здравствуйте, первый помощник у нас. Здравствуйте, спасибо большое. Так, ну вот мы стоим сегодня на Губернском рынке в Чехове. Вот наши оставшиеся два шарика. Наша Аня. Пожалуйста, можно даже выбрать щеночка. Приходите, помогайте. Сейчас еще девчонки подтянутся. Так, ну вот наши девчонки подтянулись. Группа поддержки наша. Вот нам уже помощь потихоньку поступает. Вон. Спикера. Доставка спикера. Доставка спикера. Это денежка. В общем, потихоньку. Да, спасибо большое. Спасибо, девочки, двигаем. О, отлично, спасибо. Спасибо вам большое. Туда все в машину закидывайте. Ага. Спасибо огромное. Спасибо. Давай, давай, ты можешь, я знаю. А музыку включила? Включила, она что-то меня входит. Потом наложит. Друзья, приют «Лохматая душа» просит вашей помощи. Помогите нашим животным, чтобы они всегда были сыты, счастливы, довольны. Возьмите собаку из приюта. Спасибо большое. Спасибо. Да, конечно, спасибо большое. Спасибо. Малыш приехал. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Приезжайте. Вообще целую тележку, прикиньте. Класс, вообще класс. 4 лапы нам сделали подарки для наших любимых животных. А мы тебя, его разыскивает милиция, не будет. 2000 собачек. Да, ясно. Если вам нужна верный друг, мы готовы вам помочь. Или кошечка. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Нет, спасибо большое, мы следим. Спасибо вам огромное. Так, мы уже считаем наши деньги. Света, помоги, пожалуйста. Мне надо купить саморезы и перфоленту, диски, все закончилось. Это наша сегодняшняя выручка. Заработали. Семь. Кать. Помощь 7. 8 тысяч. 8 тысяч, ну и мелочь. 50 рублей мелочь. Отлично, да, 8 тысяч. Пожалуйста. Саморезы, диски, перфолента. А это нам подарили в строительном магазине. Вот, на приют. Наша команда. Собрали мы вот почти, ну, больше полмашины. Замечательно все.